Здравствуйте! Снова с вами самая полезная программа Агентства Советов. И я, Ольга Матвеева. Вот о чем сегодня мы расскажем. Можно ли побывать в Италии, не купив билет на самолет? Где найти в Сургуте шерстяную улицу? Как сделать свою кухню и красивой, и функциональной? Почему удачные покупки – залог хорошего настроения? На что обратить внимание при выборе зимней обуви для ребенка? Можно ли купить несколько пар обуви сразу и при этом сэкономить? Сложно ли избавиться от вредных привычек? Италия не зря считается центром европейской моды. Именно эта страна подарила миру знаменитых музыкантов, художников и дизайнеров одежды. Здесь рождается настоящее искусство, необычный крой, оригинальные детали и яркие краски. Уже захотелось чего-то модного итальянского? Сейчас подскажем, где найти это в Сургуте. Ищите настоящий итальянский стиль в одежде, элегантность и высокое качество материалов? Тогда отправляйтесь в Венецию. Билеты на самолет покупать не нужно, ведь Венеция – это салон эксклюзивной итальянской одежды в Сургуте. Позвольте дизайнерам подчеркнуть ваш статус, вкус и возможности. Кристина Эфе предложит необычный крой, шелк, бархат и кристаллы Сваровски, сложные аксессуары и замысловатую вышивку. А Тос Ломбардини – это стиль casual. Шелк, хлопок и трикотаж высшего качества. Стильная и яркая обувь. Обе марки на рынке уже более 20 лет. Их дизайнеры продумывают в образе каждую деталь и вместе с одеждой создают аксессуары. Некоторые модели изготавливаются в ограниченном количестве. Что уж говорить, в салоне Венеции, а уж тем более во всем Сургуте, даже двух одинаковых вещей вы не найдете. Платья на все случаи жизни. И повседневные, и коктейльные, и вечерние. Костюмы, брюки и джинсы. При их пошиве итальянские мастера используют только натуральные ткани. А в дополнение к одежде предлагаются аксессуары – ремни, сумки и обувь. А чтобы одежда идеально сидела на фигуре, правильное нижнее белье помогут подобрать консультанты салона «Жатель». Размеры здесь от самых маленьких до самых больших. Ищите что-то неповторимое? Для вас эксклюзивное кружево «Лис Шармель», запатентованное этой маркой. Что-то невероятно красивое? Тогда «Ле Жаби» или «Аббат». Дамам с завидными формами стоит обратить внимание на белье марок «Феллина» и «Примадонна». В салоне «Жатель» найдете самое нежное и самое страстное белье, и белье, которое сможет скорректировать любую фигуру. А если вы решили отправиться к морю в разгар рождественских каникул, заранее подумайте о пляжном наряде. В декабре салон представит новую круизную коллекцию. И помните, женщины украшают мир, а «Жатель» украшает женщин. Откроем небольшой секрет. У салона одежды «Венеция» и салона белья «Жатель» единая дисконтная система, поэтому скидку по одной карте можно получить сразу в двух салонах. Запоминайте адрес. Улица Энгельса, 11, торговый комплекс «Сибирь», третий этаж. А знаете ли вы, что шерсть не только дарит ощущение тепла и домашнего уюта, но и обладает уникальными свойствами? Шерстяные ткани быстро поглощают и испаряют влагу. Кроме того, шерсть довольно трудно измять. А главное, наши предки лечились с помощью шерстяных вещей. И если вы до сих пор не обзавелись теплым свитером или платьем, пройдитесь по шерстяной улице. Ведь именно так переводится название немецкой марки женской одежды «Wool Street». Шерсть во все времена ценилась за свои целебные свойства. В современном мире шерстяная одежда – это еще и незаменимый элемент зимнего гардероба. Шерсть эластично позволяет телу дышать и держит его в сухом тепле. И, конечно, натуральная шерсть – основа новой коллекции Wool Street. Этой осенью дизайнеры шерстяной улицы отдали предпочтение объемным вещам. Свитеры, кардиганы и шарфы вывязаны традиционными косами. Крупная вязка позволит не только согреть обладательницу шерстяной вещи, но и подчеркнет ее женственность и элегантность. Также в новой коллекции сочетание различных принтов и фактур – нежный махер и мягкий трикотаж. Кстати, в натуральные ткани добавляется вискоза. Это позволяет одежде дольше быть в форме. Поскольку ткани натуральные, требуют деликатного ухода, а температура воды должна быть не выше 30 градусов, порошок без биодобавок и горизонтальная сушка. Новинки на шерстяной улице появляются два раза в месяц. Размеры от 46 до 52. Кстати, немецкой марке Wool Street уже 22 года. Это ли не показатель качества?
Кухня, пожалуй, одно из важнейших мест в доме. Ведь именно здесь мы проводим немало времени. Готовим еду, принимаем гостей. Поэтому на кухне все должно быть и удобно, и рационально. Если вы задумались сменить кухонную мебель, правильно сделайте обмеры и отправляйтесь на поиски в специализированный салон. А на что обратить внимание при выборе кухни, сейчас расскажем. Люба, братцы, Люба, выбирать кухни Любы. Именно на этого производителя стоит обратить внимание в первую очередь, если вы задумали обновить интерьер обеденного пространства. Простор для вашей личной фантазии безграничный, а при необходимости сможете воспользоваться услугами дизайнера. Мебель по вашему эскизу выполнят итальянские мастера. Фабрика Любы – это 40-летняя история и богатый накопленный опыт. Можете быть уверены, все предметы идеально впишутся в границы вашей кухни, а для изготовления используются только экологически чистые материалы и новые технологии. Новой тенденцией фабрики является совмещение пространства кухни с гостиной. Вытяжки, люстры, а также широкая гамма разнообразных элементов, которые могут создавать неограниченное количество комбинаций. Главное удобство – вместительность, качество и прочность. Даже при большом желании хлопнуть дверцей шкафа не удастся. Сработает механизм автоматического закрывания. Отделка фасадов, столешница, встроенная бытовая техника. Аксессуары – на ваш выбор. Кухни Люба по достоинству оценили семьи уже в 50 странах мира. Знакомьтесь, присоединяйтесь. Наверное, каждый знает, что для женщин шопинг является отличным средством поднять настроение. И действительно, психологи утверждают, что примерка, выбор и покупка вещей благотворно действуют на самооценку. Думаете, хороший шопинг начинается тогда, когда открываете вы дверь магазина? Совсем нет. Залог удачной покупки – хорошая подготовка. Итак, присматриваемся к магазину удачи. Вы хотите попасть в настоящий райский уголок покупок? Магазин «Удача» на улице Геологической, 17Б, для красивых и модных женщин проводит грандиозную распродажу. Качественной новой коллекции шуб из бобра и норки, дубленок, пуховиков, пехор и курток. Размеры от 36 до 62. А также распродажа осенней и зимней итальянской обуви, ювелирных изделий в обрамлении белого и красного золота. В магазине «Удача» большой выбор обручальных колец, а белье марок «Армани», «Фелина», «Триумф» порадует вас своей красотой. Все это можете приобрести в кредит или в рассрочку. Еще и подарки получите. Удачных покупок! Первые шаги ребенка должны быть сделаны в правильной обуви. Да и дальше шагать по жизни лучше в удобных ботинках. Специалисты советуют на детях не экономить и покупать обувь по мере роста стопы, изготовленную из натуральных материалов и желательно с массажной стелькой. Вот, например, к зиме можно сделать очередную обновку. Какую? Давайте спросим Котофея. В гостях у Котофея всегда тепло и уютно. Вам об этом любой ребенок расскажет. Ведь детская обувь российской фабрики «Котофей» – это передовые технологии в сочетании с многолетним опытом и традициями. А к зиме теплой обуви в магазине стало больше. Зимние уги и валенки, как и любая обувь Котофея, разработаны ведущими специалистами с учетом рекомендаций медиков-ортопедов. Шерстяная стелька не только обеспечивает массаж стопы, но и сохраняет тепло, что очень важно в суровых сибирских условиях. Сама обувь изготовлена из натуральных материалов. Она не токсична, гипоаллергенна, в ней стопа дышит. Мне нравится, берем. Наш совет – своевременно покупайте ребенку обувь по мере роста стопы. Это поможет сохранить здоровье. А Котофей для этого вам подарит дисконтную накопительную карту при первой покупке. И продолжим выбирать обувь к холодам. Теперь не только детям, но еще и взрослым. Какие сапоги купить? Светлые или темные? На каблуке или на танкетке? Кожаные или замшевые?
Так может, если понравилось сразу несколько пар, их и взять. Это не проблема для покупателей обувного отдела торгового дома «Юблина». Обувь для поздней осени и зимы выбирать нужно с особым пристрастием. В первую очередь она должна сохранять тепло, чтобы сберечь здоровье своего обладателя. Тут стоит вспомнить русские валенки. Они стали современнее и уже больше похожи на войлочные ботинки. Однако остались такими же теплыми и удобными. Угги или луноходы также не дадут замерзнуть ни вам, ни вашему ребенку. Подросткам понравятся утепленные кроссовки. Еще один совет – в зимней обуви ищите рисунок на подошве. Ее ребристость спасет вас на скользких улицах. Женщинам, не представляющим жизни без обуви на каблуках, подскажем. К поздней осени или зиме каблук должен стать толще, либо превратиться в танкетку. Тонкую шпильку лучше оставьте до весны. Мужчины свободны в выборе. Классические или спортивные ботинки – все найдется в обувном отделе торгового дома «Юблина». Маленькие или большие размеры – детям, подросткам, женщинам и мужчинам. На весь ассортимент здесь 20% скидка. Обувь можете купить как оптом, так и в розницу. И помните – больше обуви – больше радости. Говорят, привычка – это вторая натура. И никто не спорит, что с вредными привычками нужно бороться. Правда, иногда самостоятельно, без помощи специалистов, не справиться. А мы посоветуем вам человека, который поможет отказаться от алкоголя и сигарет, вылечить гипертонию, язву и неврозы. Знакомьтесь, врач-психотерапевт с многолетним стажем Виктор Гужагин. Ни для кого не секрет, что здоровый образ жизни – это результат работы над собой. Мы восхищаемся теми людьми, которые не пьют, не курят, правильно питаются, при этом успешны, полны сил и энергии. Как им это удается, думаем мы. Наш центр предлагает лечение гипнозом. Оно основано на том, что то, что казалось трудным и невыполнимым, в результате воздействия гипнозом позволяет выполнить вполне легко. Мы занимаемся в основном зависимым поведением. Зависимое поведение – это поведение привычное и повторное. Это значит, человек выпивает, кушает чрезмерно, курит, играет. Любое зависимое поведение, которое человек сам не может разрушить, можно разрушить методом гипноза. Я пила 4 года. Благодаря доктору Гужагину я бросила пить. Каким образом, спросите вы? Гипноз – это чувственная передача идей от человека к человеку. Нужно какую-то идею завернуть в какую-то красивую обертку, чтобы человек ее принял. И потом он не может понять, почему он не хочет пить. Да потому что это стало его идеей, чувственной идеей. Проблема у людей не в том, что у них нет знаний. У них достаточно знаний, но они не могут свои намерения перевести в дела, в конкретные действия. Моя задача – помочь им сделать этот переход. Я прошла один сеанс и похудела на 19 килограмм. Родные мои, не думайте, идите сюда. Вы спасете семьи, жен, детей. В настоящей психологии, в настоящей психиатрии нет никакой мистики. Это строго научный подход, основанный на свойствах человека. Принимать какую-то информацию или ее отвергать. Это специальные технологии, которые выработаны учеными, а мы, врачи-практики, их воплощаем в жизнь. Доктор Гужагин. Лечение гипнозом, ожирение, алкоголизма, табакокурения, игромании и неврозов. Запись по телефону 89-72-52. Это была самая полезная программа о товарах и услугах агентства советов. Смотрите нас также на интернет-сайте tvsever.ru. По всем вопросам обращайтесь в отдел рекламы по телефону 43 22 52. Всего хорошего! Too bad.